Добрый день, дорогие друзья! Пришло время нашего урока. Ну, первые 1-2 минуты идут на организационные мероприятия, выяснение звука, света, цвета. Главное, чтобы было подсоединение. Всегда вот вопрос о том, есть ли звук, есть ли подсоединение. Пока еще никто не появился, но если кто-то появится, он нам сообщит, как обстоят дела в сети. Вот, появился Влад Косов, смотрит, и, ну, наверное, Влад, вы отреагируете. Если нет звука, вы мне об этом напишите. Или что-то не так, вы мне тоже об этом как-то оповестите меня. Хорошо. Значит, тема сегодняшнего урока мне была подсказана нашей недельной главой. Вот недельная глава, которую мы читаем в эту субботу, это Лех Леха, 3 глава книги Берешит. И по существу именно с этой главы начинается рассказ о Аврааме, его семье, а по существу начинается рассказ о строительстве еврейского народа. Все в порядке, да. Все в порядке, значит, звук есть, все нормально. Значит, по существу именно с появлением Авраама начинается строительство еврейского народа. Дело в том, что еврейский народ называют избранным народом, но мне кажется, это не точно. Еврейский народ, он не избранный народ, он созданный народ. Потому что избирать ведь можно из того, что уже существует. Да? А еврейский народ, он не существовал. По существу, все, что будет сейчас происходить дальше, вот рассказывается в Торе с момента появления Авраама и далее, Ицхак, Яков, дети, Египет и так далее, мы придем к созданию еврейского народа. Таким образом, правильно говорить не избранный народ, а созданный народ. Всевышний создал этот народ, и первым, кого он выбрал в этой цепочке, это был как раз наш праотец Авраам. И я так думаю, что вот эта вот дискуссия, она вечная дискуссия на самом деле. Еврейский народ, другие народы, опять-таки, так называемая избранность или сделанность, отличие. Отличие в хорошем смысле, в плохом. Зачем Всевышний сделал, создал этот народ, с какой целью он его создал. Ну, естественно, больше всего это интересует самих евреев. Потому что евреи пытаются все время ответить на вопрос, кто мы такие и какова наша роль. Ну, это, видимо, связано с тем, что история нашего народа, судьба нашего народа, во-первых, она длительная, она долгая. То есть наш народ существует уже 3500 лет, и существование наше не такое легкое. Ну, были всякие периоды в существовании нашего народа, ну и особенно конец 19 и весь 20 век – это достаточно тяжелое время для еврейского народа, я уже не говорю там о последней катастрофе. И поэтому возникают вопросы, почему, зачем, от чего, какова роль, какова цель, почему так, почему не по-другому. Возникает государство Израиль, возникает Алия, многие евреи пытаются вернуться сюда, к ним примыкают какие-то люди, которые, ну, я не знаю, ищут какую-то выгоду в этом, думая, что приехав в Израиль, можно что-то получить. И опять-таки, все это вместе, вот такой, знаете, большой котел, плавильный иногда его называют, он, естественно, порождает огромное количество вопросов. И, естественно, хочется узнать. Или хотя бы, по крайней мере, себе ответить, кто мы и что нам делать. Ну, понятно, что я не отвечу на эти вопросы. Конечно же, я не отвечу на эти вопросы. Но, по крайней мере, поднять, задать эти вопросы, это уже хорошо. Всем привет, кто присоединился к нам. Если по ходу дела будут какие-то замечания или какие-то комментарии, я с радостью их буду воспринимать и даже как-то реагировать, если это будет в виде вопросов. Итак, Авраам. Авраам – праотец, наш праотец, то есть первый еврей. И начнем прямо вот со слова «еврей». Что означает слово «еврей»? Потому что он как раз вот из этой недельной главы.
Значит, мы опираемся на один пасук, то есть на один стих в нашей недельной главе. Я имею в виду, значит, книга Брейшит, первая книга, глава 12 и стих, вот шестой стих. Начинается все с того, с первого стиха, что Всевышний предлагает Аврааму покинуть свою родину, свое отечество, свой отчий дом и отправиться в то место, в ту землю, которую Всевышний ему укажет. Ну и дальше говорится, какие блага от этого будут у него. Ну и к шестому, как раз вот к шестому стиху мы подходим, и здесь говорится так. «Веяавор Авраам беэрец ад маком шхем». «И перешел Авраам по земле до места Шхем». Вот это вот слово «яавор», «яавор», «перешел», на самом деле и становится тем основополагающим словом, которое в дальнейшем определит всю судьбу Авраама и его потомков. То есть от слова «лаавор», «перейти», возникает слово «иври». «Иври» – это «перешедший». И поэтому у Авраама появляется, ну, как бы вот дополнительное, ну, я бы сказал, имя, прозвище, что ли, так бы, наверное, проще сказать, что был он. Авраам – еврей. И все его потомки – это тоже еврим. Еврим. Еврей – это перешедший. Из одного места в другое. Значит, именно вот этот вот стих, шестой стих 12 главы, он, собственно, и положил начало вот этому долгому процессу создания народа и в дальнейшем до сих пор евреи, еври, перешедшие. Перешедшие в широком смысле этого слова. Ну, в данном случае мы говорим, перешел по земле до какого-то места. Ну, мы с вами очень часто и долго говорили, что книга Тора – это особенная книга, у нее там 70 лиц, 4 уровня понимания. Ну и самый простой уровень – пшат, сюжет, его нельзя вот просто вот на этом уровне воспринимать, а все остальное в сторону отодвигать. Также и здесь. Вот. И перешел Авраам по земле до места, ад маком. Так вот, слово маком на самом-то деле – это одно из имен Всевышнего. Маком. Сказано, и шел Яаков, и наткнулся на место, маком. И там говорится о том, что он вознес молитву, исходя из вот этих слов, маком. Так и здесь. Перешел Авраам по земле до места. И я могу воспринимать это слово как маком, как некий намек на присутствие там Всевышнего. И это уже значит, переход начинает быть окрашен в определенные тона. Это не просто взял, вот турист встал и пошел. В этом переходе есть какие-то другие аспекты, не только материальные, так скажем. Ну, я понимаю, что, опять-таки, повторяю, что не нужно воспринимать Тору как некую бытоописательную книгу или некие такие исторические хроники. Не нужно, не нужно. Она более широкая книга, и мы даже не это сейчас обсуждаем. А мы обсуждаем именно начало создания еврейского народа. То есть выбирается какой-то человек, Авраам. Авраам, он еще Авраам, он не Авраам, это имя ему еще будет дано в дальнейшем, он просто Авраам, Авраам, Авраам. И вот выбран некий человек, он является 10-м поколением от Лота, так же, как Лот является 10-м поколением от Адама, Авраам является 10-м поколением от Лота. Вопрос. Первый вопрос, очень важный. Почему именно Авраам? За какие такие заслуги он был выбран? Если мы вернемся в предыдущую главу, главу Ной, почему выбрал Ной? Вот Всевышний решил устроить всемирный потоп. Ну, в общем, так, понятно. И из всех людей он выбирает Ноя. И там написано почему. Потому что написано, что Ной был праведником в своем поколении. Ну и дальше дискуссия по поводу того, был он праведником только в своем поколении или в других поколениях. Но, по крайней мере, есть какая-то причина о чем-то говорить. Почему выбран Авраам, не указано. Не сказано, что он был праведник, что он был мудрец, что он был какой-то духовный лидер своего поколения. Нет, нет. Ну, я, знаете, усматриваю единственную заслугу в том, что вот он пошел и взял себе жену.
первый человек, на самом деле, который пошел и взял себе жену. Но вместе с ним его брат Нахор также, они вместе пошли. Вот, Нахор и Авраам, они вместе пошли и взяли себе жен. Поэтому тоже, наверное, тот праведный человек. То есть мы не знаем, по какой причине Всевышний выбрал именно этого человека. Но, по крайней мере, он выбрал этого человека. И далее нужно внимательно читать текст Торы. Внимательно читать текст Торы. Почему? Потому что все, что будет происходить в дальнейшем с Авраамом, по существу, это указание на то, как формируется качество будущего народа. Это первое. И второе, каковы будут задачи этого народа, каковы будут его цели, что он должен будет делать. Вот это вот очень важный момент. То есть, описание жизни Авраама, это по существу где-то, вот для меня, по крайней мере, такой внутренний намек на свойства и цели будущего народа. Поэтому вот эту главу надо читать желательно внимательно. В самом начале написано так. «И сказал милосердный, четырехбуквенное имя, Юдгей Вавгей, Аврааму». И дальше вот это вот знаменитое «Лех Леха». «Лех Леха». «Лех» – это «иди». Это такое повелительное наклонение. «Иди». «Леха» – это если вот просто взять, перевести это подстрочно. «Леха» – это «к тебе». К тебе. Ламет всегда – это направление движения. Лейрушелаем, летелавив, то есть куда движется человек. Леха – это значит к себе. И получается очень интересный момент. И сказал милосердный Аврааму, иди к себе. Ну, можно по-русски сказать, иди себе, иди себе. Ну да, иди себе – это более понятно. Иди к себе, ну тут уже возникают вопросы, понятно. И дальше перечислено. Ми арцеха, то есть из земли твоей, у ми молодетеха, и из отечества твоего, у ми бейт авиха, и из дома отца твоего, эль хаарец ашер арэка, в землю, которую я укажу тебе. Ну, смысл понятен, да? Авраам услышал голос. Голос этот, как здесь написано, принадлежит Всевышнему по имени Милосердный. И вот этот Всевышний по имени Милосердный приказывает Аврааму выйти из своей земли, из своего отечества, из отчего дома и пойти туда, куда он ему покажет. Дело в том, что вот эти вот места, из которых должен выйти Авраам, Эрец, Моледет, Байт, это не просто некие точки, некие места обитания. А в них есть еще другие смыслы. Мы с вами как-то говорили, а если нет, то стоит по этому поводу поговорить, что иврит – это особый язык, да? Я лично верю, что иврит – это язык, который был создан для того, чтобы при помощи него Творец создал все остальное. То есть он именно ивритом, вот когда вот и сказал Всевышний, я уверен, что он говорил на иврите. И вот эти вот реализация вот этих вот моментов из вербального в материальный, как раз вот вербальный это был иврит. Это первый язык. И этот язык специальный, и он был создан. И в нем, видимо, концентрируются некие дополнительные смыслы. И очень важно всегда увидеть или почувствовать корень слова. Как правило, корень это три буквы. Корень слова, потому что в корне слова суть этого слова. Поэтому и гематрии существуют, да, вот числовые значения. Если числовые значения двух слов совпадают, то и сущность этих слов, смысл этих слов очень близок. Хотя они очень могут быть разными словами. Так вот, слово «арец». «Арец» происходит, «арец» – это земля. А происходит, на самом деле, в корне там слово «рацион». «Рацион». Рацион – это желание. Значит, арец – это земля, земля – его обитание. На самом деле, сущность его в желании. В желании. Мои желания. Мои желания – это, собственно, вот и есть моя мотивация, моя жизнь. И если сказано, чтобы я пошел к себе от моей земли или от моих желаний.
Ну что, к себе нужно апеллировать каким-то собственным качеством. Ну, первое качество вот как раз эрец, рацион, желание. Дальше комментаторы утверждают, что слово «молэдет», «молэдет» – «отечество», связано с рождениями, с теми качествами, которые человек получает в момент своего рождения. То есть, когда мама и папа дают тело, а Всевышний дает душу, то Всевышний, формируя эту душу, он ее формирует из различных качеств. И вот эти вот качества, они не плохие, не хорошие, они его просто качества. Допустим, острый, быстрый, это не важно, там нет плохо, хорошо, там есть определенные свойства. И вот эти свойства, набор этих свойств составляет именно душу человека, она спускается вниз для того, чтобы вот это вот тело привести в движение. Так вот, именно вот муледет, они связывают с качествами. Место моего рождения, то есть отечество и мои качества очень плотно связаны. Поэтому и говорится, что когда родился человек, где родился человек и у кого родился человек, это не случайность. Там в этих вот трех параметрах все вот заложено. Когда, где и от кого. Значит, земля его, это его рацион, это его качество. Муледет. Нет, рацион это не качество, рацион это желание. А муледет, вот муледет, родина, это его качество. А вот мибейт авиха, из дома отца твоего, авиха. Вот эти две категории в Кабале, ав в эм, отец и мать. Это два очень важных уровня. Один называется хохма, мудрость, и это связано с отцом, с качеством отец. И бина, понимание, это с качеством мать. Поэтому, если читать подстрочно или внутри строки, то я бы эту строчку прочитал так. «И сказал милосердный Аврааму, иди к себе от твоих желаний, от твоих качеств и от мудрости отца твоего и твоей, видимо, к желаниям, которые я тебе покажу». То есть понятно, что этот переход – это по существу кардинальное изменение, которое должно было произойти у Авраама. Причем, я так понимаю, что эти изменения должны происходить не потому, что Авраам способен вот совершить их самостоятельно. Ну, наверное, есть у него определенные качества. Ведь не зря же Всевышний именно его выбирает, а не кого-то другого. Но если Авраам пойдет, а он пойдет, да, то Всевышний тоже участвует в этом процессе, и он тоже будет как-то влиять и на его желания, и на его качество, и на его мудрость, и прочее, для того, чтобы тот достиг чего-то. Значит, если это все произойдет, что произойдет дальше? Это написано прямо во втором стихе. «Веэсха легой гадоль». И я сделаю из тебя большой народ, великий народ. И дальше. Веаварха, и я тебя благословлю. Веагадла шмеха, и возвеличу имя твое, то есть ты станешь знаменитым. Вегаябраха, и будет благословение. То есть тут же сразу говорится о том, что будет, когда все это произойдет? Вот выйдет к себе желание, качество, мудрость, все это будет каким-то образом приведено в какой-то порядок, изменено. И вот тогда вот эти вот три момента, он сделает его великим народом, он его благословит, и он возвеличит его имя. И дальше вот заканчивается стих очень странно. И будет благословение. И будет благословение. На самом деле, самое интересное здесь вот это вот и будет благословение. Почему? Потому что я тут же опускаюсь к комментарию Раши, и я вижу, что такое и будет благословение. Написано Раши, будет в твоих руках. То есть, вот сейчас на наших глазах происходит удивительное событие. Человек обретает способность благословлять. Вообще, что такое благословлять? И вообще, кто до этого благословлял? Написано, что Всевышний благословил Ноя. Ноя и его семью. Браха. Браха, слово благословение. Слово непростое.
Иногда мы говорим в наших молитвах «Барух ата Ашем», «Благословен ты Всевышний». Иногда Всевышний благословляет человека. Видимо, под этим словом можно подразумевать разные действия, абсолютно разные. Если Всевышний благословляет, наверное, это от слова «увеличение». Он увеличивает у тебя что-то, увеличивает у тебя твою духовную силу или твои материальные какие-то вот дела, вот имущественные он увеличивает, это тоже браха, увеличение. Если я говорю «Барух ата Ашем», как мы говорим в молитвах, «Благословен ты Всевышний», наверное, браха – это в какой-то мере благодарность или моя попытка связаться со Всевышним, да, потому что молитва – это, в конце концов, попытка установить диалог между человеком и Всевышним. По крайней мере, до этого момента и будет браха, то есть у тебя в руках, люди не могли благословлять друг друга. Всевышний мог благословлять человека. И вот тут впервые Всевышний говорит, что Авраам, когда ты вот это все проделаешь с собой, ты получишь способность благословлять. Это замечательная вещь. Почему? Потому что в дальнейшем, в известной истории Акедат Ицхак, связывание Ицхака, Всевышний скажет, и благословляться через тебя и твое потомство все народы мира. И даже в этой главе будет сказано, что народы мира благословлятся через тебя. О чем это говорит? Это говорит, что народы мира, все люди на земле будут получать благословение Всевышнего не напрямую, потому что до сих пор было напрямую. Того, кого хотел Всевышний, он благословлял. Но после потопа, видимо, многое изменилось. И тогда, видимо, необходим был человек и его потомки, которые смогут это благословение передавать, ну, при определенных условиях. Если они будут действительно соблюдать эти условия, то, видимо, благословение Всевышнего будет поступать другим народам. Я думаю, что это... Одна из важнейших задач еврейского народа, вот прямо если в дальнейшем, это как раз быть тем самым передаточным звеном от Всевышнего к другим. И знаете, когда говорят так, что евреи должны быть светом для всех народов, ор легоим, светом для народов, многие это трактуют как собственным примером, показывают другим, как надо жить. Я это понимаю не так. Я как раз это понимаю, вот исходя из этого и будет благословение. То есть, если евреи, еврейский народ, евреи, будут жить так, как им указал Всевышний, он будет все время нам дальше указывать это, то тогда они становятся способными передавать благословение Всевышнего другим народам. Вот это благословение, этот божественный свет, да, он необходим другим народам, ну, для жизни просто, для того, чтобы они жили благополучно. В этом смысле евреи, как передаточный элемент, становятся светом для других народов. Я не говорю, что они должны себя вести плохо или хорошо, я не об этом говорю, я это не обсуждаю. Но, по крайней мере, не личным примером, а именно выполняя заповеди Всевышнего, идя по дорогам Всевышнего, еврейский народ способен передавать благословение. И здесь, кстати, в этом втором стихе, там есть три момента. Что сделает Всевышний? Он тебя сделает великим народом, он тебя благословит, и он возвеличит твое имя. И тот же комментатор Раши говорит, что вот эти вот три обещания связаны с заслугами трех наших праотцов. Сделает великим народом – это за заслуги Авраама. Благословит тебя – это за заслуги Ицхака. И возвеличит имя твое – это за заслуги Яакова. И поэтому наша главная молитва Амида – она, вот первые три благословения, она состоит из 19 благословений. Первые три благословения как раз и связаны. Первое с Авраамом, второе с Ицхаком, и третье связано с Яковом. Как раз вот эти три обещания, которые будут здесь даны. Таким образом, мы видим, что та самая закваска, то начало, как создавался еврейский народ. Еврейский народ – это народ, переходящий из одного состояния в другое. И, видимо, это не разовый переход,
не ради того, что вот один раз Авраам перешел, и все. Что этот переход будет, ну, как бы вот неким постоянным явлением из одного места в другое. Дальше это когда-нибудь выразится в исходе из Египта. И наши мудрецы скажут, да, действительно, весь мир делится на Египет и Израиль, Мицраим и Израиль. И вся жизнь наша заключается в переходе из Египта в Израиль. Египет как материальная величина, Израиль как духовная величина. И вот этот вот переход, он, собственно, он на всю жизнь. То есть он главная цель, он никогда не заканчивается. Вот человек рождается, и он начинает вот этот самый переход. Ла-авор. Из одного состояния в другого. Ле-маком. Ко Всевышнему. Потому что мы же знаем, что путь ко Всевышнему – это непрерывный путь. Пока жив человек, он вот движется в этом направлении. И он либо достигает его, либо как-то так теряется, я не знаю. Но вот это вот движение в дальнейшем будет очень важным. Потому что когда сказано, что Авраам должен прийти вот в то место, которое будет указано ему, он ему покажет, да, что Авраам должен сделать? Здесь четко и ясно вот будет сказано нам, что Авраам должен встать и пройтись. Я читаю 13 главу, 17 стих. Написано «Кум итхалех баарец леарха у лерохва». «Встань и прогуляйся по земле вдоль и поперек». Вширь и в длину, в ширину и в длину. «Ки леха этнейна», потому что тебе она будет дана. В этой главе есть замечательное понятие, я об этом не устаю говорить. Вот ходьба, ходьба, лех, 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 леха, лех. Кум лех, кум гидха лех. Значит, дальше есть еще линсоа, ездить. Написано, что и встал Авраам, и поехал, и пошел. Вот этот вот поехал, пошел, прогулялся. Знаете, с глаголом «прогуляться» впервые мы встречаемся в первой главе, когда Всевышний прогуливался по райскому саду. Вот эти вот три понятия для меня очень важны. Ходить, ездить и прогуливаться. По существу мы все время с вами говорим о том, что наша жизнь – это переход. Это переход из точки А в точку Б. И все зависит от того, как мы идем, по какой дороге мы идем, с какой скоростью мы идем, с кем рядом мы идем. Направление, в правильном направлении мы движемся, или в обратном, может быть, или зигзагами вот движемся как-то так, не по самому короткому пути. И вот здесь об этом все сказано. Значит, по земле, которая будет дарована Аврааму и его потомкам, то есть евреям, он должен прогуливаться. Прогуливаться. Ведь прогулка, чем отличается прогулка от ходьбы или от езды? Да? Мы выходим из точки А, и что мы должны сделать? Если мы должны попасть в точку Б, но самый простой, естественный путь – это мы идем. Идем ногами, собственно, идем ногами. Если у нас есть какое-то средство передвижения, мы уже начинаем ездить. Да? И чем лучше это средство, тем скорее мы туда приедем. А прогуляться – что такое? Прогуляться – мы вышли из точки А, и у нас нет точки Б. Мы просто прогуливаемся. Сама прогулка является целью нашего путешествия. Целью нашего путешествия является сама прогулка. И таким образом, вот эти вот три понятия, прогулка, езда и просто ходьба, они очень важны. Я думаю, что прогуливаться сложно, потому что прогулка, когда она становится целью, она требует огромных изменений в человеке. Поэтому ходьба. Ходьба – это есть цель, куда мы идем, но мы все-таки идем, и путь для нас важен. А ведь нас меняет только дорога. Если я эту дорогу воспринимаю, она на меня воздействует. Если же я начинаю поездку, езду, то для меня сама дорога не важна, она препятствие, мне нужно из точки А попасть в точку Б. Чем скорее это и сделаю, тем лучше. Вот лучше всего на самолете. 4 часа, и я в другом конце страны. Все. Поэтому, наверное, меньше всего я изменяюсь, когда я совершаю поездку. Когда я... Еду, ну, более естественный способ изменений. Они очень важны, потому что лавор, мы видели, что перейти, измениться, это вот наша цель. Все время находиться в изменении, просто нужно выбрать правильное направление движения. Смотрите, мы разобрали с вами всего лишь несколько стихов из нашей главы Лех-Леха,
Но вот что мы выяснили? Мы выяснили название еврей, откуда это взялось, да? А мы поняли, что в этом названии существует уже задана некая задача перемен, переходов. Мы выяснили, что перемены и переходы, они совершаются при помощи движения, ходьбы, прогулки, поездки. И это тоже разные вещи есть. Мы выяснили, что Авраам получает благодаря этому переходу способность благословлять, и эту способность он передает своим потомкам. И поэтому мы как-то подошли вплотную к роли главной, как мне кажется, роли еврейского народа, это быть передаточным таким звеном между Всевышним и всеми остальными народами, передавать вот эту самую браху или божественный свет, и в этом смысле быть светом для всех народов. Это самое начало, и это просто внимательное чтение текста с комментариями. Я основывался только на комментариях Раши. Вот, время наше истекло. Есть ли какие-то вопросы? Еще раз посмотрю. Отличный урок. Пруце. Так, это я. Да, сказано, вот это вот, а там сказано, что Авраам поверил в Бога, и это ему вменилось в праведность. Момент очень сложный. Не воспринимайте его впрямую. Во-первых, вера по-русски и вера на иврите – это разные слова. На иврите она звучит как эмуна. Эмуна – это не совсем просто безапелляционное восприятие чего-то. То есть, что такое вера по-русски? Вера – это значит, я воспринимаю что-то без анализа, без знания, воспринимаю, погружаю вовнутрь и следую этому, не задавая никаких вопросов. Вот это вот, ну, так вот, в общем, по-русски это вера. В иврите эмуна – немножечко другое понятие. Эмун на иврите – это тренировка. Эмуним – тренировка от пола. Не тяжело. Вот я раз, два, три, 10, месяц. И через месяц я уже отжимаюсь хорошо. Благодаря тренировке я сделал непривычное привычным. В этом смысле вера. Потому что то, что происходит с Авраамом, написано, и поверил он Всевышнему. Он до этого тоже верил Всевышнему. Нельзя думать, что он в этот момент поверил Всевышнему. И вменилось это ему в праведность. Текст гораздо сложнее. Там, во-первых, нужно рассматривать имена Всевышнего, потому что там имя милосердный. Что такое праведность, цдака, цедек? Потому что цдака, цедек связано с другим именем Всевышнего, не с милосердием, а с судьей. И если вы хотите не понимать, что здесь написано, то тогда пользуйтесь переводом. То есть поверил, в смысле вот по-русски поверил, и вот стал праведным человеком, то есть хорошим человеком. Это не очень точное восприятие текста, я бы сказал, вообще не точное. Потому что я уверен, что и до этого Авраам верил во Всевышнего. В том смысле, в каком мы говорим по-русски вера. Он не сомневался в его существовании и в его праведности. И он был праведен и до этого. Я так думаю, что в этом другое что-то, да? Поэтому мы можем, конечно, разобрать этот случай, но в другой момент. Я здесь что-то еще посмотрел. Шалом, шалом. Добрый день, шалом. Нилота Ноха что? Я не понял. Погодите, погромче. Я старался, да. Ну да, я особо больше не вижу никаких таких вопросов. Не вижу вопросов никаких. У меня вопрос. Авраам поверил в Бога. А почему же дети у него от Сары появились? Так не скоро. Скоро после его веры в Бога? Нет, дети появились тогда, когда у него изменилось имя. Смотрите, он был Авраам, она была Сарай. Они были очень высокого духовного имени. Что получилось? Как изменились их имена? У Сарай, там в конце буква Ют, забрали букву Ют, добавили букву Гей. У Авраама тоже добавили букву Гей. Так вот, буква Гей – это земная буква. Вот есть две очень важные буквы. Ют
Это буква, связанная с духовными мирами, из нее выходит эманация божественная. И буква гей связана с материальностью. Да? Ют 10 гематрия, а гей 5. Так вот, когда им добавили в имя две буквы гей, и ей, и ему, они на самом деле опустились в духовном смысле, но обрели способность деторождения. Почему так поздно? Это тоже замечательный момент, и он очень много и часто обсуждается. Почему на самом деле практически у всех наших проматерей в той или иной мере были проблемы с деторождаемостью. Здесь есть тайна, конечно, здесь есть тайна. Не просто так, не просто так. То, что простому человеку вот взять, расплюнуть, взять и родить, им было, видимо, это очень сложно, и потомство было для них очень важным. Я не буду вдаваться, это не так просто понять, но факт тот, что наши праотцы и праматери с трудом добивались того, что у них появлялись потомки и наследники, и дальше был выбор, ведь мы же знаем о наложницах, о Ишмаэле, о Ицхаке, вот эта вот борьба и прочее, прочее. Авраам становится отцом не только еврейского народа, но и многих народов, у него еще там появляются еще там 5 или 6 детей в дальнейшем, после смерти Сары. Все это связано и требует особого урока, так скажем. На одной ноге просто это не ответить, тем более, когда наш урок уже заканчивается. Хорошо, главное, что такие вопросы есть, они важны. 10 испытаний у него было, что такое испытание, что делает Бог, наказывает или испытывает, это тоже большой вопрос. Авраама он 10 раз испытывал. Почему 10 раз? Там разные подсчеты есть. А тема колоссальная, тема огромная. Я вам желаю всем шаббат шалом и до следующего раза.